Морковка, треска, мясо, пшеница, бамбук. Ну, жрачка есть, в принципе, хватит на неделю. Так, сначала у нас получается Милка, а всем остальным я выкину, чтобы вы случайно не зачики-бомбонились. Ага, все, давайте, подымайте. Так, дальше Ну у нас... расскажи, ну расскажи. Чё рассказать? Ну расскажи, я все знаю, расскажи. Так, дальше у нас бамбук на очереди. Так, держи тебе бамбук, вот это на, покушай, покушай. Вот тебе на бамбук, вот это, и вот это, и вот это я тоже так сломаю. Ну Все! расскажи, расскажи, Ты пожалуйста. смотри, как мило кушают пандочки, посмотри! Ну они кушают-то мило, но ты расскажи, расскажи. Как мило, кушайте, кушайте, пандочки! Так, Филипп, про тебя мы, конечно, не забудем. Держи, держи, кушай, ягодки, ага. Я все знаю, просто возьми и расскажи сию же секунду. Я просто хочу от тебя это услышать, а? Вкус, наверное, очень вкусные ягодки. Я зуб тебе даю, наверное, вкусные. Так, на очереди у нас чебурак получается, и баба чебурака. Вы там не скучаете без меня? Держите, покушайте, а я тебе выкину, чтобы вы случайно не зачики-бомбонились. Вот так, все, держи. Все, с меня хватит. Ты либо сейчас прям рассказываешь, либо я тебя веду вот к одному месту, и ты мне прям все выпалишь сразу же. Так, у меня еще морская трава есть. Морскую траву же черепаха можно дать, чтобы они покушали точно. Как я, тупая башка, мог вообще про это забыть? Черепахи же кушать должны, да. А ну иди сюда. Подожди, к черепахам сначала подойду. Черепашки мои, держи, вот тебе я тебе выкину, чтобы вы тоже яички здесь не во. Вот это тебе держи и тебе держи. Все, пошли, Катя, а сейчас нам с тобой нужно покушать. Ты меня вообще со вчерашнего вечера не кормила. Держи тебе жареную курицу, и мы с тобой отправляемся к комментариям. Давай, давай, за мной, быстро. К каким комментариям мы отправляемся? А вот к этим комментариям подписчиков. Вот сюда, вставай. Сейчас будешь меня люлей получать. За что? Я же ничего не сделал в этой жизни. А я тебя нормально просила мне рассказать сначала, ты не захотел. Я же ведь знаю, ты мне что-то построил. Ага, ты уверена? Кто тебе это сказал, а? А мы сейчас с тобой, смотри, открываем комментарии, и я здесь вижу. Катечка, а тебе Идюсечка кое-что построил. Ага, следующий комментарий. Выпей пуки. А, ну мы это знаем. Следующий комментарий. Катя, он тебе такое построил. Так вот, может быть, ты уже расскажешь, что ты мне построил? Не получится у тебя скрыться от меня. Мне все рассказали уже. Ну так как тогда, когда спрашиваешь подписчиков и говоришь им, чтобы они ничего Кате не рассказывали, подписчики бегут в комментах и рассказывают. Вот так бы подписчики, которые не подписаны, подписывались бы на канал. Вот если ты вдруг не подписан, так как тебе рассказывают. Все понятно? Вполне все понятно, я думаю, что уже все подписались, а ты просто возьми и расскажи, что ты мне построил. Ну, пожалуйста, ну мне интересно. Ну хорошо, все, тогда пошли за мной, только закрой глаза и вообще смотри в пол лучше, смотри в пол, смотри в пол. Я не буду смотреть в пол, пошли нормально, как люди. Как люди, а ты-то тут при чем? Я сейчас вообще не поняла. Это плохо, когда ты не понимаешь, тупенькое значит немного. Все, давай тогда подойди вот сюда. И да, нос, тихо. Вот, смотри в пол, посмотри в пол, Все, смотрю в пол, смотрю. Это сюрприз? Это сюрприз, да, я там такое построил, вот увидишь, обосрешься, как было тогда в реальной жизни, когда ты в реальной жизни вот это увидела. Все, давай за мной, да, давай, прыгай вперед, иди, давай, 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 и на счет раз, два, четыре, смотри вперед, давай! Давай, раз, два, четыре. И чё, и где? В другую сторону смотри. А, о, это что за сатанинские игрища какие-то со свинюхами? Нет, это не сатанинские игрища, это аттракцион настоящий, аттракцион. То есть ты берешь такой, заберешь, смотри, такая, подожди, пердохаешь вот так свинью. И потом, это карусель, короче, ты по кругу так катаешься, вот так, карусель, карусель, сколько радости у нас, вот это, вот, и давай. А чё они по кругу-то не крутятся? Они только на месте прыгают. А, нифига себе, ну ты еще и в Майнкрафте хочешь, чтобы они по кругу крутились? Вот! Вот! В реальной жизни я Катю никогда не могу уговорить, чтобы она пошла со мной на аттракционах кататься, потому что она боится до усрачки-пердячки просто. Зато хотя бы в Майнкрафте сможешь на свинюхах. Вот, смотри, как весело свинюха прыгает, вот. Уи! Круто, круто.
это, слушай, мне нравится. Прикольно бы было, если бы они по кругу крутились. Может быть, можно какие-то схемы сделать, там редстоун подставить туда, это сюда, вот это, и чтобы он прям крутились, нет? Ой, ну слушай, все идеи выживания я беру только из комментариев, потому что там пишут подписчики. Если вот ты вдруг знаешь, как сделать так, чтобы оно крутилось, или какие-то другие аттракционы, от каких Катя может усрачку пустить, напиши в комментах, я это обязательно построю. А вообще мне жалко свинюшек, можно я их спасу? Нет, подожди, стой, я тебе еще не показал, Кать, подожди, смотри. Ты возьми, где это находится, возьми удочку с морковкой, сначала сядь на свинюху, а потом ее возьми и посмотри, что получится, давай. Окей, садимся на свинью. Ага, бери удочку, потом? И она что прям... Что происходит? Она прям дикая стала, дикая свинюха. Сейчас, подожди, она кокнется об землю. Подожди, сейчас она так подпрыгнет прямо на Эйфелеву башню. Попробуй ею поуправлять куда-то. Мне страшно, давай не надо, сними меня отсюда. Главное, без обсирушек, запасных памперсов у меня нет. Ну вот я больше не играю. Ты вот ты спасла свинюху, можно сказать. Вот как тебе аттракцион? Я больше в это не играю. Освободи других свинюшек, прямо сейчас. Да, все, пошли спать. Ну вот, все, наконец-то ты от меня отстанешь. Ты узнала, что я тебе построил. Все, вот такой вот сюрприз. Пошли, Катя, спать, давай. Спатки домой, уже поздно. А ты не все мне показал. В смысле я тебе не все показал? Ты кое-что еще построил, я знаю, иди показывай давай. А, да, я кое-что еще построил. Кать, розовую кровать построил для нас двоих. Иди сюда, переспим с тобой, переночуем на розовой кровати. Давай, иди сюда, Кать. Так, во-первых, ты с моей кровати там слезь, хорошо? А во-вторых, я знаю, что есть кое-что еще. Кое-что более круче, чем эти свинки. Поэтому давай показывай, не томи, я в предвкушении. Но сначала спать. Разрешите запердокать вашу сракостанцию на кровать? В свою иди, в синюю, хорошо, да? Ага, хорошо. Спокойно. Предатель. Так, сейчас перезапишем, это не по плану вообще пошло. Сейчас, что вообще было? Я в душе сам не чаю, подожди. Так, попытка номер два, подожди. Ты еду собирай. Сяду вот так. Да я хотела, чтобы ты спас свинюшек, а не угробил их всех. Да ёпер, да почему они дохнут, а меня еще в дребезги разбивают? Сейчас, подожди, третья попытка будет. Осталась последняя живая свинья. Давай ее хотя бы спасем. Так, свинюха, спасательная операция на твоих глазах. Подожди, вот так. Так, где она находится? С какой стороны? С этой? Слева. Нет, вот слева. Все, я тогда ломаю вот это и спускаю ее, хорошо? Давай, только аккуратно, она же все-таки живой человек. Все, жива, смотри, выжила. Ну все, давай беги домой, беги домой. К детям. Я тебя покормлю, все, стой здесь или беги домой, все. Вот как хорошо справились, спасательная операция прошла, зашибись, все. Ой. Посмотри на меня. Смотришь на меня, прям в глаза мне, в душу смотри. Ага. Показывай, что ты построил еще. Да я ничего не строил совершенно. Там я начал строить, потом перестроил там совершенно, да. А что ты начал строить? Да неважно, даже не я начал строить, это мне помогали строить, но там совершенно как. Но ты же понимаешь, что ты не отвертишься ни от меня, ни от подписчиков, потому что они мне уже все написали, и я хочу это лицезреть своими глазами. Да, слушайте, подписчики. Ладно, только вот, обещаю то, что если вдруг тебе что-то не понравится, вот мы с тобой в первую очередь не расстанемся, во вторую очередь ты меня не кокнешь. Так, ну давай я обещать ничего не буду, пока я не увижу, хорошо? А то мало ли что там. Ну хорошо, ну вот сейчас тебе точно надо смотреть в пол. И сюда за мной в эту сторону, давай. Только пообещай, что ты не будешь вперед смотреть. Все, вниз смотри. Все, смотрю вниз и ем морковку. Все, давай. Господи, помилуй, спаси, пожалуйста, и сохрани вот это бог Майнкрафта. Я тебя умоляю, я же не специально это сделал. Ну я пригласил наркомана Петровича, чтобы они мне помогли. Что ты там бормочешь? Я просил, чтобы они убрали вот эти золотые купола, ну, которые не похожи на золотые купола. Если что, заранее предупреждаю, это купол. Это не то, что ты подумаешь, это купол. Так. Экскурсию потом проведешь. Экскурсию потом проведу, так, хорошо. Куда идти-то? Вперед, сюда, вперед иди, давай. Вот, молодец-то какой, все, останавливайся вот здесь, останавливайся, давай, вот, ты готова? Я всегда готова, давай. Ну смотри, когда будешь прям готова, не вот это, открывай глаза и смотри вперед, все, я тебе больше не мешаю, ага, давай. Все, я готова, 3, 4, 1, 2.
Это купол, говоришь? Ну, мне сказали, что это купол. Я им тоже говорил, что на купол это не похоже, но они сказали, это золотые купола. Душу мою радуют. Ну что ж, я так полагаю, это даже язык не поворачивается сказать. Да, он самый настоящий Диснейленд. Помнишь, мы с тобой в феврале на твой день рождения в Диснейленде в Париже были настоящим, да, вот. Так я решил тебе подарок сделать, построить практически такой же Диснейленд, как в реальной жизни, в Майнкрафте только. Ну, ты знаешь, он вот прям сразу, вот с первого вида, вот дает понять, какой он доброжелательный, да, вот купола золотые. Да, золотые вот. Купола в форме куполов. Ну, давай проведи там внутрь меня, может быть, там будет что-то. Да, там будет так же красиво, как и снаружи. В общем, как мне подписчики проводили вот эту экскурсию, так и я тебе проведу. А кстати, чтобы увидели те, кто еще не видел ту серию, вот ты, я тут ссылочку оставлю, вот сюда подсказку тыкни, посмотри ту серию, когда мне помогали строить вот этот Диснейленд. Господи, прости, конечно, но там была жопа. Посмотри, вот. Пройдемте, мадемуазель Екатерина, в настоящий пуришки ла пари де ла франце Диснейленд. Включите, пожалуйста, французскую музыку. А, да, вот сойдет. Все, давай, пошли. Так, смотри, с левой стороны у нас, естественно, Минни Маус. С правой стороны у нас здесь Микки Маус. Вроде как похоже, да? Все, пройдем дальше. Ну, пока да. Да, здесь у нас часы, как на входе, вот в замок Диснейленда, золотые. Потом мы заходим внутрь, и тут начинается прекрасное. Много розовых непонятных всяких башен, да? А вот здесь настоящая символика Диснейленда. Микки Маус. Ёперный театр, я же просил их это убрать. Это да. Вешалка? Что? Это вешалка? Крючок? Ну да! Ну смотри, посетители приходят там в пальто, допустим. Пальто некуда повесить. Вот как предусмотрено вот это все заранее. Берешь и вешаешь, цепляешь за крючок, за вешалку. Потом, если что, пальто обратно снимаешь. Ну ладно, в принципе, посетителей-то тут мало будет, наверное, хватит одного крюка, да? Да, одного всегда хватает крюка. А зачем два крюка? Это уже слишком много будет. Ну ладно, давай дальше. А вот это чёрное, это что? Это... Ты не поверишь, сразу тебе говорю. Это... Белоснежка. Белоснежка? Да, это Белоснежка. Самая настоящая, вот прям. Ну, ты знаешь... Ладно. Так. Хорошо. А дальше? Дальше пройдем. Пожалуйста. Между ног у Белоснежки? У нее? У нее? У нее Белоснежка и... Это гномы, да, я угадаю. Да, это гномы. А они почему-то... А почему без рук? Да, ну хорошо, что ты сначала заметила, что один без рук, а не то, что они голые. Два голых гнома и один без рук, вот, да. Это концептуально, да? Так как мне сказали подписчики, когда строили это Диснейленд, они сказали современное искусство. Так, хорошо, что-то есть еще показать? Башня Рапунцель. Есть большая башня Рапунцель, пройдем. Это уже что-то хорошее, как мне кажется. А тут все хорошее, весь Диснейленд хороший. Давай, заходи в башню Рапунцель. Сюда? Да, наверх поднимайся. Все же башня, не подвал. Вот туда, ага. Да, все, давай, да. Это шашлык строил тоже подписчик, да. Вот, он спальная комната, а вот смотри, вот. Домик Рапунцель. От свин? Тут написано свин, а ты говоришь, это шашлык строил. Свин и шашлык это один и тот же человек, это он строил. Ладно, в принципе, ну, симпатично, балкон. Да, балкон, Белоснежка, вот эта вешалка. Вот такой вот у нас получился огромный Диснейленд, как ты видишь, прям почти как в реальной жизни, Кать, вот. Ну, ты знаешь, я как бы хочу итог подвести всего этого, ну, сказать, как бы, там, ну, понимаешь, ну, да, ну, придется как бы сказать ну, мою оценку. Ну, давай лучше ты свою оценку вот оставишь на потом, до лучших времен, давай без этого, хорошо? Да почему? Ну нужно же, как бы, ну, людям надо знать, понравилось там, не понравилось. Ну давай, хорошо, я слушаю внимательно. Это просто
офигенный Диснейленд. Это лучший Диснейленд, который я видела просто. Мне он безумно нравится. Я вообще на самом деле согласна здесь жить даже. Только надо кровать куда-то поставить. Короче, твои ребята просто молодцы. Я думала, они построят какую-то фигню. Но когда я увидела, я сразу подумала, ну наконец-то. Ну научились дети строить. Ну наконец-то. Ты помогал им? Признайся честно, помогал. Ну, частичку души я, конечно, вложил в эту постройку, но в большинстве всего они сами все построили. Подожди, еще раз переспрошу. Тебе действительно это нравится? Мне очень нравится. Я вот прям 10 из 10, или прям как в настоящем парижском Диснейленде. Ну, правда, тут побольше, конечно, будет, но я понимаю. Ну да, да, таким... но все же Майнкрафт, как бы, Майнкрафт, да, естественно. Майнкрафт, размеры Майнкрафт, сохранены, да. Да. Ну все, я передам подписчикам, да они, наверное, даже эту серию смотрят, они узнают то, что вот тебе все хорошо понравилось. Слушай, мне надо кое-что им сделать. Подожди, подожди меня здесь, я сейчас приду. А куда ты? Подожди, подожди, подожди. Так, ты тут, ты тут, ты тут, ты тут. Привет. Просто возьмешь, передашь это своим подписчикам, скажешь от меня огромное спасибо, потому что, ну блин, все же это они строили, не ты, поэтому это очень круто, мне нравится. Слушай, передашь им? 64 изумруда, конечно, я им передам, ну естественно передам. Они очень старались, давай пошли. Они очень старались, когда строили этот Диснейленд. Я им сразу сказал в той серии то, что это лучший Диснейленд на этой планете. Они еще такие начали возмущаться, мол, Эдисон, да не, он не лучший, могло быть лучше. Я сказал, да куда лучше, Кате 100% понравится. И вот тебе понравилось же. Мне понравилось, ты главное поровну подели изумруды, хорошо? Да, да, конечно, я все поровну вот это поделю, естественно, как без этого. Так, 64 изумруда, хорошо, себе оставлю. Так, на вот эти изумруды куплю себе красную кожаную броньку, на вот это куплю там кораллы какие-то разноцветные. А вот это оставлю между жителями, поделю, там есть у меня знакомые друзья. В принципе, да, много изумрудов Катя дала, только откуда у нее столько изумрудов, а? Кому ты там что продашь? Кому ты... Чё ты себе купишь? А, ничего, говорю, изумруды оставлю себе. Мне кажется, я больше заслужил, мне кажется, чем подписчики. Все же я как бы идею им вот эту преподнес Диснейлендом. Вот, себя оставлю. А ну, изумруды верну мне быстро. Ну, забирай в сундуке. Так это же твой Эндер-сундук. Вот именно, значит, не заберешь. Ах ты такой, посмотрите на него. Сюда иди. Куда? Сюда. Не пойду! Нет, иди! Слушай, ты, верни алмазы, изумруды, драгоценности верни. Нюхай пятку, не отдам! Ну все, тебе конец.